Пой ты, пой, моя гитара, пой, пацанская душа. Я в натуре без базара, борщичка хочу сейчас. С пюрешкой и котлетками домашними. Здорово, народ, я вас рад приветствовать. На моем канале ем, точу, ТВ всех обнял. Нет, обниматься будем в конце. Значит, ингредиенты. Соответственно, борщик красный с капусткой. Вот с такими кусочками говядины. Сейчас покажу. Не капай только. Вот кусок говядины. Ну и тут их. Ой, такой густой, наваристый, теплый еще. Буханка черного свежего хлеба. Берете. Тархуневич какой. Ой, вообще красивый нашел. Тархуневич вообще обожаем. Значит, солюшка в этом, в коробке. Берешь чесночину, срезаешь ему башку в крупную соль. Вот. И натираешь крышу вот эту поджаристую у буханки хлеба чесночком. Ой, вообще. А? Горбушечку. Травануться горбушечкой. Ой, кто так детстве делал, а? Со всех сторон сейчас мы ее. Всю не съем, так намазал где-то. Мамка, когда за хлебом отправила, идешь, не удержишься и понадкусываешь, блин. Две домашние котлетки, пюретка. Пюрешка, оливьешечка. Чуть леча. Вот это знаете что? Это щавель, свежий щавель. Вкусненький. Лучок вот такой вот. Темный. Огурчики маленькие, корнишончики. Ну что в детстве делали? Берешь щавель на пух, чуть-чуть укропа, чуть-чуть петрушки, лучок, чесночок, ну у меня, блин, только петрушка и щавель. Лук я зеленый не захотел, вот такой захотел. Вот, ты так заворачиваешь. Во. Мы называли это пирожки. И хавали. Сметанки. Не знаю, мне захотелось вот в таком помещении. Я понимаю, что эхо, но меня же все равно слышно. Облизнуть вот эту крышечку, святое дело. И в борщик сейчас. Хорошую такую дозу. Раз, а может даже и два. Ух. Бог любит троицу. Три. Так. Ох, по-сиротски. Ой, вообще, это будет нажористо. Блин, то тут мясо нормально так. Ну, да. Борщ готовил не я, мне его приготовили. Вот. Есть добрые люди на свете. Не бросят Юрку одного помирать. Говорят, вот что ты один, что ты один. Стакан воды никто не подаст. А я говорю, а я бармена попрошу, он мне стакан виски подаст. Ой, вообще, вот это, ну-ка. Я не могу. Огурчик, в солюшку. По-простому, по-домашнему. Котлетос испачканный в подливке. Это в пюрешке, домашний. Домашние котлетки, это бомба от утра. Борщ говядина и бомба. Так, мы тебе тогда башку так подрежем. Корешок этот не люблю я. О, ты еще даже плохо чищенный. О, тут несколько слоев надо снять. Чтобы добраться до вкусной, сочной серединки.
Надо убрать несколько слоев в этом луке. О, блин, он пачкается, зараза. А и пофигу. Ну-ка. Иди сюда. Острый капец. Слов у меня нету. Одни эмоции. Жадно поглощал пюрешку с оливьешкой, домашними котлетками. У меня желудок это радуется. Такой еде-то. Кайф. Во. Кстати, никому помещение не надо. Не помню, сколько квадратов. Всего 200 тысяч в месяц. Я вам приятного аппетита пожелал. Если нет, то приятного. Такого вкусного, сочного, мощного, как у меня. Не снем так, подоткусывал. Чесночка. Чеснок прям усиливает аппетит еще больше. Очень сытно сделал этой сметаной много. Жирно слишком будет. Три лохаря, конечно. Но очень вкусный борщ. Берешь еще. Опа, опа.
Ну-с. Все домашнее. Оливье тоже. Пюрешка, котлетки. От такой еды точно не загнешься. Я сразу вспоминаю пионерский лагерь. Детский лагерь. Тополёк. У нас там. У меня на родине. Как там пюрешкой, котлетками кормили, борщик. Прикуску давали. Так, огурчики. Помидоры, сливка. А некоторые были чуть-чуть уже, ну, мягкие уже. И мы собирали их полный за пазуху со всех столов, кто не ел. И вниз, там, где домики. Спускаешься, тут как бы плац такой, и вокруг домики. А вот здесь туда пройти, там туалет. Спереди вход. Девчонки заходят, а там обходить. Просто пацанячи. Девчонки вечно в туалете трутся, что они там трутся. Ну и мы после обеда спускаемся. Они раньше всех, они толком не едят же, у них фигура вечно. Мы за ними все время доедали там котлеты. Мы специально вот борщ особо не хавали, вот это мы всегда такое мясное любили. Чисто вкусное. Ну идем. Девчонки что-то там выкрикивают, там что-то. Там что-то типа блохи. Чего? Берем помидорами. Бах-бах-бах. Он еще так чёленько летит такой, прям одной в лоб. Пш, он разлетелся так. Мы вас поймаем. В бассейне потопим. Сейчас вот, когда на бассейн все пойдем. В итоге мы их сами ловили и топили. Или скидывали воду постоянно. Весело было. А вечером на дискотеке мы их на танцы приглашали. Я не пойду с тобой, ты помидорами кидаешься метко. Ну, были времена. Дискач — это было вообще что-то вкусное. Что-то такое. Это момент, когда можно было девчонку полапать. Обняться с ней, такой медляк. Классно было. Блин, я уже наелся. Очень сытная штука. Не открою сейчас. Руки жирные. Опа. Вот, блин, не люблю такие пробки. Что она как розочка. Значит, этот Тархуневич я хочу поднять за вас, дорогие мои хорошие. Как и подписчики, и не подписчики, и хейтеры, и не хейтеры. Вот некоторые смотрят без подписки, пишут свои комментарии, самые разные, и плохие, и хорошие. Ну блин, ну ты подпишись, потом пиши, да? А так, без подписки еще, у меня что-то там пишешь,
Так нечестно. В общем, за всех за вас. Вы же люди все-таки, как-никак. Все мы люди. За ваше здоровье не болейте. Царского рыку вам от Тархуневича. Фу, уел от пуза. Блин, жалко, тут ремня нету на этих штанах. Так бы расстегнуть, так опа, поваляться, телек посмотреть. Хотя я его не смотрю нифига. Фу, вот такой сегодня вкусный простой обед. Борщик, пюрешечка с котлетками. Велись. Всем спасибо за просмотры, за комментарии, за все, за все, за все. Вот как-никак все же я стараюсь не бросать канал. О, ты скажешь, запарил рыгать. Как будто ты никогда не рыгаешь. Прям вообще идеальные люди. Это нормально. Что естественно, то не безобразно. Так что... Это... Ну и вот, короче. Стараюсь, в общем. А вы поддержите. А я буду дальше для вас еще больше стараться. До новых встреч. Всех обнял.